посвященный нашей игре, контрольной игре сборной России «Гамма». Главный тренер сборной России Станислав Салавович Черчетов и полузащитник Олег Шатов сегодня готовы ответить на ваши вопросы. Просьба поднимать руки и микрофон вам делать далее будет передавать. Кого начнем? Я хочу сказать, это Славовича, в которых старте, в которых матчах тренер часто дает возможность играть всем футболистам. Вот вопрос такой, то есть как завтра, что нам за это завтра матч в плане состава? То есть определенный курс моего другому или все-таки новый связи? Ну, давайте мы сразу определимся и такой тезис для себя выработаем, что у нас нет основного состава, у нас на каждый год будет стартовый состав. А стартовый состав определяется по тому, кто нам что готов, какие функциональные его состояния. Естественно, иногда после игр бывают болячки и так далее. Вот, естественно, мы все внимательно отслеживаем и соперника, и своих игроков. Поэтому те, кто будут вызван, всегда будут основными, а на поле выходить будет стартовый состав по той или иной причине. Спасибо. Что на вас никак не собрался. Константин Александрович, вот к этому же вопросу еще добавить. Правильно понимаешь, что в стартовом составе необходимы сильнейшие игроки, те, кто на данный момент находится в лучшей кондиции? Ну, это с одной стороны. С другой стороны, функции играли с Исламом, можно сказать, у нас не было возможности какие-то вещи опробовать. Завтра тот день, когда у нас уже были несколько полноценных тренировок, которые нам дали определенную пищу, и мы, естественно, это все переработали, что ли, и завтра для себя сделаем какие-то выводы, и от этого будем исходить. Следующий вопрос. Завтра первая игра после окончания чемпионата Европы, перед российской публикой, и я устали, что я ожидаю. Я знаю, если ты представил болельщиков, что такие большие ответы, есть интерес к ней. И как вот совместить ожидания болельщиков с тем процессом, который сейчас идет у вас, строить команду, но команда смотрит играть? Ну, мы такие вещи между собой не обсуждаем, потому что изначально понятно, что мы играем под флагом страны, а вспоминать то, что было и что будет, завтра конкретная игра с конкретным соперником. На это мы, как говорится, настраиваемся в позитивном русле. Понятно, хотелось бы, чтобы к нам пришел зритель. Ну, естественно, вместе эту игру отработали, что